Поликлиника на колесах начала работу в труднодоступных поселениях Югры. За время зимней навигации специалисты побывают в 40 населенных пунктах округа. Первая бригада начала свою работу в Кандинском районе. Здесь прием проведут врач общей практики, кардиолог, гинеколог, невролог, хирург и стоматолог. Медики посетят 9 населенных пунктов, затем направятся в Белоярский и Нижневартовский районы. Еще одна бригада месяц будет работать в Березовском районе. В частности, поликлиника впервые посетит национальную деревню Кимкиасуй, в которой проживают около 100 человек. Далее в планах врачей приемы в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Местные жители смогут обратиться к терапевту, хирургу, гинекологу, проконсультироваться с отоларингологом, офтальмологом и дерматологом. Прием также ведет невролог и врач УЗИ. Работает специалист лабораторной диагностики.